Юлия Тимошенко на протяжении многих-многих лет лоббистская организация является организацией, которая очень плотно связана с американскими баптистами. И она приезжает, она им все время платит, они обслуживают ее интересы. Обслуживали ее интересы еще тогда, когда ее брали, арестовывали. И в Соединенных Штатах вот религиозные организации, профсоюзные, они имеют свою черную дверь в овальный кабинет. К ним всегда очень прислушиваются. Они влияют на многие политические процессы. И вот она... Сейчас они организовали поездку на молитвенный завтрак. В принципе, это их мероприятие, которое они организовывают. Каждый президент, как минимум за свою каденцию один раз, приезжает на молитвенный завтрак. Трамп уже приехал два раза. Ну, Юлия Тимошенко участвует. И они лоббируют ее интересы, они обещали встречу с Трампом, они обещали вернуть Турчинова в ее материнские объятия. Как руководитель штаба он достаточно хороший, он хороший администратор. И у Юлии Тимошенко были большие успехи именно тогда, когда они работали вдвоем. Она отвечала за публичную часть, он отвечал за непубличную часть. Сейчас у него место руководителя штаба пустует, и Турчинов очень бы подходил бы до этой роли. И американские баптисты пообещали вернуть его, в общем-то, назад. Сегодня Турчинов один из самых верных оказался сторонником Петра Порошенко.